эти не спящие, все остальные любители умирать. Мое горло. Так, значит, смотрите. Прошло немало времени. Я разобрался, что и куда засовывать. И поэтому мы сейчас с вами идем. Идем побеждать. Идем безоговорочной победой брать эту сраную игру, которая меня уже достала. Своим ублюдочным отношением, конечно же. Так, у меня... Что, тут один хп? Ну, бывает, бывает. Это нормально, это хорошо. А, оказывается, если ты спишь, ты пропускаешь не весь день. Ты пропускаешь всего лишь где-то около 12 часов и просыпаешься, получается, где-то уже вечером, ночью. Ну, так и здесь вышло. Оказывается, это ночь первого дня. Второй день еще не наступал. И... В целом, у меня уже есть практически все, что мне надо, мышка. Уп. У меня уже есть практически все, что нужно. Осталось только нарезать 2 миллиона голов и жить себе спокойно припеваючи. Так, нет, это плохо. Плохо кончится, я уверен, но ладно, в принципе. Манцевать от лесника — это вообще копейки, это вообще ничто, это, да, херня полнейшая. И... благодаря моим блужданиям сети интернет выяснилось, что, во-первых, вот этот чел, он довольно быстро умирает. Во-вторых, что, оказывается, Оливия довольно мощна, но не в начале, а ближе к концу, ну, к середине. Так что, я думаю, когда-нибудь я все-таки изучу дурацкую... эту самую. О, как. Хорошо. Изучу яды, и мы будем травить всех вообще нахрен. Но это будет не скоро. По крайней мере, я победил. Его башка достается мне. Ну и, конечно же, кусок ткани. Прекрасный, прекрасный. Лут очень нравится. Обожаю просто. Лучший лут на свете. Итак, дикая башка наша. Прекрасно. На, скотина такая. Куда двигаться дальше? У меня же есть деньги, и я открыл торговца. Значит, нам путь только вперед. Вперед, вперед, и только вперед. Он закрыт. Какая подстава. Ну ладно, это мы тоже исправим. Я все равно гулял здесь с одним хп, и было все более-менее норм. Так, мне нужно нарезать много голов. Мне нужны трупы. Мне нужно очень много лута. В идеале, конечно, было бы здорово найти синюю травку в какой-нибудь бочке. И мне нужны головы. Нужно очень много голов. Так, ну, с этим пока ничего особо не поделать. Этот чел прикольно, конечно, стоит, его бы кокнуть, но ладно. Этим мы попозже займемся. Тут девка еще стоит. Ну, в принципе, я могу сходить взять соратника, пополнить свою коллекцию. А, это и этот подвал. Пополнить свою коллекцию пустоты и взять девчонку с собой подраться. Она, конечно, будет драться ножиком, но как бы чем богаты. А тут, по-моему, ни хрена и нету. Ну, в принципе, нам ни хрена и не надо. Здесь это довольно скудненький домик, тут ничего нет, кроме вот этой твари с ножиком. Но, к счастью, она меня не слышит, так что все ок. Так, получается, больше нам тут делать особо-то и нечего. Этот чел нам ничего не продаст уже. Будем надеяться, что Death Mask не вылезет из гроба. Как он это любит делать. Так, подвальчик. Надо заявить, наверное, подвал.
принципе, вот знаете, я чисто ради интереса я пробовал проходить игру. Ну, за кадром, конечно же. Просто чтобы посмотреть, как пойдет. Я проходил ее, честно, я ел бутерброд, и я проходил ее одной рукой. И я прошел. Основной прикол в том, что я прошел. Я замансовал их одной рукой. То есть ты сначала одной рукой на стрелочках, да? Если кто-то не в курсе, то клавиша взаимодействия, она на другой стороне клавиатуры. На Z. И я смог. У меня получилось, представляете? Incredible. Вообще невероятно был. Мне нужно ХП. Мне прям кошмар, как нужно ХП. Мы сейчас будем, значит, грабить мэра. Нет, потому что мне нужно очень много ХП. Мне хотя бы одну сраную синюю травку. Вот прям было бы замечательно. Я бы скрафтил себе конденсат. Конденсат. Вернее, концентрат. Почему-то тут конденсат написано. Но я бы все равно скрафтил себе концентрат этой вкусной синей травы и полечился бы нормально. Но нет, нет. Игра решила, что мне синяя трава, она не нужна. Библия Грегорута. Тоже нормальная книжка. Почитаем. Ой, не та. Винушка. Хрен, винушка. О, Грегорут. Так. Убийца. Уничтожитель. Грегорут. Воплощает страх. Ну, вернее... Человек боится уничтожения, а это... Он и есть уничтожение. Бла-бла-бла. Очень интересно. Так, метка поднимает физическую силу носителя. Это то, что мне нужно. И тут еще есть сигилы. В этой книжке это тоже шикарные новости, потому что теперь можно рисовать сигилы и, собственно, это самое. Укреплять с ним связь, так сказать. Для чего укреплять связь? Связь укрепляется для того, чтобы можно было качаться по его ветке. Вот. Так, ну погнали наверх. Там есть еще пара бочек, пара, вот я смотрю, тут еще неоткрытых сундуков есть. Надо все это облутать и надеяться, что где-то здесь есть сраная лечилка, хоть какая-нибудь, хоть что-нибудь. Дробовичные патроны, деньги. Неинтересно. Слышь, ты, вот ты, да, вот ты. Давай присядем с тобой, потрындим. Я тебе покажу, какие у тебя змейки на столе красивые, классные, длинные. Что тут случилось, а? Да-да-да. Давай, оп-хоп-хоп-хоп, по-быстрому. Это почки. Это змейки. А это дождливый день. О чем ты вообще и так далее? Ключ мне дай. Спасибо. Но я здесь даже не для этого. Хотя ключ мне тоже понадобится, но я здесь не для этого. Дай. Пиво, понимаю. Уши, мясо. Да. А в бочках чего? Херня, морковка, деньги. Ну почему все так хреново, а? Ну почему? Ну за что? Какого черта? Ярость, ненависть. Так, чел. Ты меня не догонишь. Нас не догонят. Спасите. Помогите. Так, остались последние бочки. Тут мясной пирог и ничего. Замечательно. В этих что? Пиво. Я ненавижу эту игру. Она дает мне сходу нормальную монетку, которая мне нужна. Она не дает лечилок. Зашибись. О! И таблетки дает мне. Охренеть просто. Ну, замечательно, великолепно, мать твою. И как дальше жить?
Ладненько, ключ у меня имеется. Дай-ка я ограблю тут по-быстрому. Деньги какие-то. Ничего нет. Да-да-да, чел. Иди отсюда. Я трогаю... О, рассказы карманного кота меня не интересуют. Так, привет, Засонь. Что ты тут делаешь и так далее? Пошли со мной. Кто тебя тут запер? Так называемый мэр, бла-бла-бла. Пошли. Так, значит, смотрите. Во-первых, твои скиллы мне нужны. Нарисуй-ка мне Грогородский сигил. Нахлебали. Отлично. Так, во-вторых, я очень сильно в ней не уверен, потому что по каким-то странным причинам она просто берет и исчезает. Как это происходит и почему, я не выяснял. Да и в целом мне насрать. Но есть проблема. Мне нужно дать ей вещи. Потому что если я не дам ей вещи, она сдохнет нахрен. И по сути является просто обузой. А если я ей дам вещи, она исчезнет и не вернет мне эти вещи. Вот такая она тварь. Так, это я тебе не дам. Кожаную броню на себя напялю. Ножики у нас у всех есть. А, ну все тогда, мы вообще в шоколаде. Тогда у нас все ок. Броньку я себе возьму. Все, погнали отсюда. Погнали, погнали, погнали. Отсюда мы. Куда-нибудь вперед. Такс, надо еще утонуть тогда вот что-нибудь эдакое. Не, пустая бочка. Не, пустые бочки меня не интересуют. Меня интересует вот это. Вот это. Рассказы карманного кота. Мясной пирог. Спички. О, броня. А эту не дают полутать. Ну и не надо. Ну и не надо. Да, орел. Ха! Третий раз подряд. Самодельная, мать ее, броня. Да что происходит в этом мире? Какого хрена творится вообще? Почему? Почему это происходит? Так, ну, чисто технически мне эта броня как бы, ну, не нужна. Так что я могу ей дать броню. А гилу ей портит. Я не буду портить ей гилу, на тебе... Хотя вообще-то плюс 9. Хотя... Ну, как-то, ну, что-то как-то... Защиты больше. Очевидно, больше защиты. Иди в жопу. На, все, наслаждайся своей новой классной броней. Люби ее, береги ее и так далее. Так, я еще могу сгонять туда. Это ударит по башке, но сгонять туда я могу. Надо, кстати, поесть какой-нибудь там овощной пирожок, захавать. Ну, все окей, все окей. Так. А что внизу нас может ждать? Примерно ни хрена. Но, в принципе, почему бы и нет? Ну, у нее уже протекает хлебальник. Так, что у нас тут? Ничего. Прекрасно. Мне очень нравится. Замечательно. Дверь закрыта с другой стороны, а мы попробуем ее сломать. Вдвоем, я думаю, мы не осилим ни хрена. Тем более, что она усиленная. Марина, бей дверь! Ирак, 234 и 151. В принципе, урона нормально так вносится. Хорош. Подожди. Это ручка? А, опа. А вот это уже интересно. Эта ручка используется для открывания этих самых. Как их? Для открывания канализации. Это, наверное, хорошо. Яйцо. Запасы еды.
Это меня не интересует. Так, белая склянка, бочки. Три штуки. Синяя трава. Игра решила сжалиться над нами, мать твою. Это надо отметить. О, козье что-то там. Что козье? Козье что? Где эта хрень? Где? Это еда, что ли? О, козье. Где эта хрень? Гуляш. Так, это в смысле не еда. Ой, и правда. Козье копыто. Удивительно свежее. Странно. Так, игра жалится, решила над нами, да, точно, надо крафт мне. Синий конденсат. О-о-о. Видите, как все хорошо сразу стало. Где мой синий конденсат? Захаваемся. О-о-о, все, мы вообще в шоколаде, надо срочно идти убивать упырей. Убивать упырей и сохраняться. И не пойду по этой лестнице наверх, там ни хрена нет все равно. Не хочу даже туда ходить. Пока что мне очень нравится этот забег, но учитывая то, что прошло всего 16 сраных минут, нам еще, выживать надо. Скорее всего, игра сейчас скажет, что-то ты охренел немножко, что-то ты перебарщиваешь, пора тебе отдохнуть и выдаст там какое-нибудь говно. Я в этом просто уверен. Так, чел, нужна твоя башка. Во-первых, тебя надо поискать. Во-вторых, нужна твоя башка. Хотя и не факт. Так, отлично. Еще одна башка есть, итого две. Мне нужно как минимум три. Минимум. Вы замечаете, что Марина внезапно куда-то исчезла. Мать твою, Марина, за ногу. Ну какого хрена опять это произошло? Я снова один, и она сперла с собой нож и броню. Почему я не удивлен? Ай, ладно. Сикл 208. Ну-ка еще разок. Это как? В целом нормальный урон. В целом пойдет. Так, смотреть, обыскать, почувствовать, что у него там дневничок какой-то есть. Тухлое мясцо. И все. Чел, ты все портишь. Чел, уходи. Ты не нужен. Мне здесь скотина такая. Уйди отсюда куда-нибудь. Вот, не, ну ты же не серьезно, понимаешь? Ты идешь нахер. Я столько страдал не ради того, чтобы ты сейчас пришел и все мне испортил. Скотина. Если бы Марина не слиняла, было бы вообще все шоколадно. Мы бы сейчас грохнули какую-нибудь скотину и, знаете, голову полутали бы. Может, аккуратно. Может быть, я грохнул какую-то скотину, а сам... Ладно, я рискну. Хорошо. Я надеюсь, он не сильно будет мне дубинить по башке, потому что ХП, они, знаете, бесконечны. Так, я могу отхерачить ему ручонку. Наверное, так и поступим. Сикл, херак 220. Нет, херачило. Не надо. Я ревнусь даже. Ручонка тебе не нужна, чел. Хорошо. Мы не попали в капкан. Мы перепрыгнули капкан на коляске. Не спрашивайте как, просто смиритесь с этим фактом. Тебе не нужно тело, чел. 240. Ай. О, промах. Ха!
Тебе не нужно чел... Вот, что я пытался вам сказать. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Наконец-то. Оливия победила. Ржавый, ржавая труба. Так, дай сюда свою башку. Итак, у нас появилась возможность. У нас появился шанс. Там баба бегает. Милок. Нет, тёлка нас не интересует. Так, у нас появился шанс сейчас что-нибудь себе прокачать. Такой небольшой шансик появился. Я забыл, что я собирался делать. О, труба. Так, ну-ка подожди. Чисто урон. Чисто урон. С ножом 44. 59, с трубой 63. Так-ка. Гляну на трубу. Может... моментально станет. Пойдет. Так. Есть у меня три башки. Настало время, во-первых, вознести молитвы. И положить туда немножечко голов. Здрасте. Невыносимое существование, страдания, агония. Мы играем секретную песню, которая эхом отражается внутри нас. Звучит словно бритва, разрезающая плоть. Можешь ли ты ее слышать? Да, ты можешь слышать наш, вернее, мой голос. Ты, кто пришел с подношением, проси, чего хотел и получишь. Кайф. Три Soulstone дали нам. Исследователь будущих, вернее, дальних регионов, прощай. Ну пока. Странная гротеская хрень. Алтарь новых богов. Ха-ха-ха. Так, ну, нам дали Soulstone, это очень хорошо. Надо их закрафтить тогда сразу. Это я рвать пока не собираюсь. Такс, ну пока что вроде как все. Пока что вроде как все. Теперь у нас есть выбор. У нас есть выбор, мы можем вернуться обратно. Сохраниться и прокачаться. Но наступит второй день. В принципе, ничего страшного в этом, я думаю, и нет. Денек пропустить. Просто я не хочу сейчас кидаться в битву. Ну вот, вот так вот. Вы же понимаете, что мы окажемся в жопе, если мы это сделаем. Поэтому я сейчас пойду обратно. Мы сходим в башенку. Проспимся. И пойдем снова собирать бошки. Было бы, конечно, здорово собрать голов побольше за один раз это все сделать, но, к сожалению, умирать как-то нет настроения. Тем более без сохранения. Здорово, чил. Да-да... Это я уже видел. Башня, иди к башне, бла-бла-бла. Мне нужен Хексен. Итак, у нас что есть-то вообще? К сожалению, благословение Грегорота нам не дали. Я совершил здесь, наверное, ошибочку, потому что Хартинг и Некромантию могли бы дать нам. Если бы я сгонял до кружочка, нарисовал его знак. А по-моему, у нас все круги заняты. Хотя круг в доме, где сидел этот ублюдок, был свободен. Надо было его там нарисовать. Дерьмо. Ладно, пофиг. Poison Trip могу взять. Могу взять токсикологию, но у нас трав нет, поэтому, наверное, что-то другое возьмем. Можно рот взять. Можно взять корни. Можно взять пиромансию. Очень сложный выбор. Очень сложный. Знаете, мы как сделаем? Мы пока Хексен трогать не будем. Мы пока закинем сейф в пятый слот. Вот теперь потрогаем Хексен. Я возьму пока корни, попробовать. Ну, просто интересно, что это. Корни, которые рвут. Будем рвать. Мне кажется, очень классно то, что
у хербалистки, у травницы некая связь с винушкой, потому что это все-таки бог природы местный. Так что пошел я собирать всякое разное полезное. По поводу скиллов. Так, с корни требует 2 рефпоинта. Вот это ошибка была. Черт. Ну ладно, я пока попробую, все-таки интересно же. А то, что оно требует 2 рефпоинта, это, конечно, хреново, да. Чел, иди в жопу. Вот зачем он за мной ходит? Ну, я понимаю, если бы он за мной бегал. Я красивая женщина, он некрасивый мужик, обмотанный бинтами. Это было бы логично, окей, без проблем. Тем более я на коляске, как бы. Но все равно. А он, ну, как бы, ну, он. Что он бегает-то за мной? Вернее, он даже не бегает, он ходит за мной. О, выросло. Ну да, надо было рисовать сразу. Что он ходит-то за мной просто так? Причем медленно так ходит. Котина. 9-миллиметровки. Вина нету. Бумажечки. Старые газетные вырезки. Проватен. Но если здесь поспать, придет этот упырь и будет грустно всем. А нам этого не надо. Такс. В принципе, ладно. Тут дома у мэра больше нечего делать. Сейф у меня есть. Так. Так. Чел, иди в жопу. Я пойду подвал. Я даже сквозь наушники слышу, как орут соседи. И они что-то считают. Наверное, считать учатся. Знаете, там чисто от 1 до 8. Дальше не смогли. Так, здесь какая-то тёлка питает. Мне нужна ее башка. Тем более она мешает мне ходить. Слышь ты, падла. Доброе утро, мать твою. Да-да, ты. Так, скиллы пока мне не дают, поэтому на тебе по руке. Отрежет, не отрежет. 192, нормально. А! Промах, кайф. Так, вот тебе по второй руке. Отлично. Все, больше ты ни на что не способна. Теперь у меня есть 2 рева. Это кайф. В смысле? А, их активировать надо. Не-не-не, какая атака? Ты чё? Корни. Действуют на всех, говорят. Так. Ух, них. Классно, классно, мне нравится. Дорого, правда, капец, но... Ну, вроде ничего. Интересненько. Такс. Правда, башка у нее улетает. Тут, видимо, без пива никуда. Ладно, пока так потянет. Каем дальше. Есть тут одно злачное место. Черт, это не та сторона. Ну ладно, я обойду. Мне не сложно. Не хочу просто через этого бинтованного полудурка ходить. Он не классный. Так, ну и чел здесь открылся, да. Здорово, бинтованный чел. Добро пожаловать в магазин, бла-бла-бла. Что хочешь купить? Вернее, что будешь покупать? Да, 39 шиллингов у меня есть. Лечилку мне, пожалуйста. Давай на все деньги мне лечилок. Я чувствую, мы в жопе окажемся, поэтому лучше так. Чем никак. Так, по-моему, здесь кто-то еще ошивался. Вроде кто-то тут шарахался. О, еще одна лечилка. Кайф. Фонарь. Фонарь. Бедро. Да. Я слышу тебя, скотина. Где ты? Где эта тварь? Я слышу, как она ходит. О, этот ублюдок с сиклом. Он опасный, блин. Ладно, давай. Сразимся с тобой. Твой сикл теперь мой. А! Оторвало просто.
Ети, колотить. Ну, я не хочу тратить ее башку. Хотя, вообще-то, почему бы и нет, не хочу. Да я его и так нормально убиваю. Прикольно. Что у тебя там? Сикл? Я же говорил, что твой сикл теперь мой. Так, это еще одна башка. Хорошо. Кайф. А получится ли... Опа. А, это толкан. Не, в толкан мне не надо. Толкан мне не надо. Я что думаю? Может быть, сходить к леснику? Тем более, что он сам к нам пришел. Я могу его кокнуть. Ну, объективно. Объективно могу. Все, чел, ты больше дальше не пройдешь. В теории, я могу его трахнуть просто. Потому что у меня в кармане 4 лечилки, обилка и труба в руке. И клеймо на глазу, вернее, на лице у нее. Вопрос в том, надо ли? И получится ли вынести его топор, прежде чем его писюндр прыгнет на лицо? Не, я лучше пойду голову пособираю. А еще можно сходить сюда. ХП-то есть теперь. Важно только в яму не упасть. Пуп-п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 уп. Игра со мной уже играет. Мы с ней перекрикиваемся. А я был в этом доме или не был? Я что-то, кажется, был. Ну да, здесь кроватым. А почему нет? Тухлое мясо и не взять. А? Да, я здесь был, только почему тухлое мясо не взял? Ха. А почему она не уберет тухлое мясо с кровати и не поспит на ней? Странно. Так, Марина. Мне кажется, она в поезде. Марина. Марина. Марина, вы где? Марина. Почему вы сбежали с моим ножиком? Марина. В смысле нету? А как так? А почему, а чего? Малец. Не хочет открывать дверь. Извиняюсь, а что за нахрен? Где Марка? Где Марина? Куда она сбежала, тварь такая? Ножик мой с собой прихватила. Ну и пожалуйста, ну и не надо. Я сам дойду. Сволочи. Бросили меня тут, понимаешь? Шкоты. Опа. Синий корень. А что я могу сделать из синего корня? Я могу сделать вот эту хрень. А что это за хрень? Что? Микстура из синего корня и красной травы. Особенно патентная. Что, стояк вызывает? Зачем она? Нужна. Что? Что это делает? Стейт дает какой-то. Интересный. Ну, пока я что-то не в настроении этой хренью заниматься, так что я пошел. Кажется, я выиграл у игры. Круто. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. А где, собственно, все? Что-то нету никого. Тут где-то стрелок должен быть ходить. Должен был ходить, стрелять во всех. Что-то странно как-то. Нету никого.
А я попробую их сломать. Вдруг я сильный. Херак! 270. Маловато. Маловато будет. А, не попал, не попал. Дай сюда свое ружье. Чел, ну кого ты целишься, чел? На тебе по рукам. В смысле? Он целится в меня. Ах ты тварь. Ах ты тварь. Все. Нечем тебе больше целиться, чел. Все. Ай. Больно. За это ты поплатишься отдельно. Шкотина. Так, обыскать. Gunpowder. Ну, пороха я нашел, круто. Больше у него ничего не было. Ну-ка, давай. Так, у нас есть еще один Soulstone. Его можно вбросить куда-нибудь в Горгородскую ленту, ветку. Мне вроде разрешили теперь ее прокачивать, так что должно быть более-менее ок. Синий корень, ха-ха! Не особо полезная штука, но тем не менее хорошо. Так, где я? Что я? Вот тут у вас происходит. Травка, травка, ля-ля-ля. Такс, вот, собственно говоря, это злачное место, где можно насобирать голов и не получить в ответ. Ебальник свой. Ну так, более-менее. Более-менее. Эти бочечки я потрогал. Эх, даже сюда не дают залезть, ты посмотри. Ты посмотри на этих сволочей. Чел. Чел. Наверное, сразу в торсец ему зарядить надо просто. Он вроде не отвечает. Да, он не отвечает. Ну и все. Сушеное мясцо. Ну, плюсиком. Бонусом, так сказать, шло. Так, следующий. Здрасте. Будьте так добры, не двигайтесь. Здесь 34. Я чувствую это внутри. Что-то какой-то хентай. Хотя и не факт. Так, у тебя тоже было сушеное? Ах ты тварь! Сушеное мясо. Дай сюда. Спрятаться от меня решил? Не получится. Так, хорошо. Чел, ты кто? Едва живой. Ставить. Не хочу его убивать. Пусть живет. Можно, конечно, но... Не. Зачем? Не хочу. Это, конечно... Черт, он соблазняет меня вообще-то. Ну, пойдемте добьем, чего. Эта игра любит такую херню. Так что, почему бы и нет? Ну, обыскать. Ничего не было. Логично. Так, хорошо. Ливия проголодалась. О, какая досада. Что хочешь, Оливия, выбирай. Еды дофига. Хочешь гуляш, хочешь томат, хочешь паприку. О, на тебе томатис. Держи. Вкусно? Вкусно. Хорошо, что ты не лич, правда? Тебе здесь никто не предложит одно интересное блюдо. Так, копканисы меня не интересуют. А где репортерша? Где-то не здесь, видимо, ладно. Элеватор закрыт и открывается с другой стороны. Вернее, не закрыт, а застрял с той стороны. Хотя и не факт. Женщина, какая у вас интересная ночнушка, ночная рубашка. А чего вы чешетесь? Так, это мне пригодится.
Сушеное мясо. Почему у них у всех сушеное мясо? Вот прикиньте, стоит баба, раздирает себе хлебало на улице. Стоит в одной ночнушке. И тут внезапно оказывается, у нее есть карман. Представляете? Очень неожиданно круто. Что? Что неожиданно? А, это про тот видос. Ладно. Оказывается, у нее есть где-то карман. Где она хранила это сушеное мясо, даже не спрашивайте. Я надеюсь, не там, где хочет этого игра. В нормальном месте. Но, тем не менее. Так, чел. Нужна твоя башка. Только не это, не бей меня, ладно? Сгодится. Нога, рука. Я так скоро человека соберу. Так, еще одна. Здорово. Нужен твой хлебальник. По назначению использовать мы его, конечно же, не будем. Хотя и не факт. Чпок. Ой, так приятно побеждать, когда на тебя не нападают. Так, еще одна башка отпилена. Хорошо. Так, вот этот чел агрессивный. Я помню. Ну давай сразимся с тобой, агрессивный чел. В принципе, я, наверное, смогу тебя отмудохать. Если буду попадать. 774. А! Промахнулся. А! Попал. Скотина. Так, тебе не нужна рука, чел. Можешь кусаться, но... Не попадай только, ладно? 63. Больно вообще-то. Еще и заражение занес, ублюдок. На. В смысле недостаточно? Да хватит! Почему? Слишком дорого с ним драться вышло. Слишком дорого. Маленький ключ. Дорого, но полезно. Маленький ключ — полезная штука. Наверное. Так, еще плюс башка. Морковка. Красная травка. Это я лутал. Так, дорого с тобой драться, да? Мне нужна вот эта хрень. Так, и мне нужна вот эта хрень. Отлично. И надо поесть. Как-то такого дать. Хочешь? Но это слишком дорого для тебя, не? Не пойдет. Хочешь вот эту вот шляпку? О, нормально. Текс, здесь вроде всех разобрали. Можно двигаться дальше. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, опять ты. Ну, с тобой дорого драться. Что-то как-то нет у меня настроения с ним драться. Можно заманцевать его. Тут застрял. Давай за мной, за мной, за мной, за мной. Да, все, оставайся здесь. Чел, здорово. Ну не плачь, не плачь. Ты поможешь мне победить этот кошмар, не переживай. Как же это долго. Ла-ла-ла-ла-ла. Две монетки, представляете? Целые две монетки. Incredible. Такс, мадам. Вы тоже поможете мне победить. А не подскажете, где это у вас такой тайный карман? Груди у вас нет. Ничего там не спрячешь. Неужели... Там. В тех двух местах. В трех местах. Еще есть рот. Нога и рука? Ну, нахрена? Лучше бы мясо оставило сушеного. Конечно, в какой-то степени это тоже сушеное мясо, но... Ливия такое не ест. Она немножко гурманка. И такое... Такие изыскания не очень любит. А что ты за головы продаешь, чал? Клёво у тебя тут декорации. Мне нужно больше.
Башка лесника и грязный прист. Посмотрим, что можно сделать. Так, ему, значит, нужны особые головы, да? Угу. Ладненько, ладненько. Собираем, посмотрим. Есть вероятность, что ему еще нужна башка того дикого опрыскивателя. Но, в принципе, пофиг. Я думаю, и так нормально. Так, плохие новости. Сбежала репортерша. Репортерша сбежала. А тут челы ходят. В принципе, с этими челами драться не очень опасно. Ну, я к тому, что я могу их победить. По одному? По одному. Ок. Без промахов. Хорошо. Очень хорошо. Просто шикарно. А у меня два рева есть. Ох, сейчас ему влетит. Ну вот, прохождение без урона буквально. Так, с тобой мы деремся тоже. Только ты получаешь по рукам. Хорошо, что у него руки это одна... Ай! Ух, больно. Хорошо, что руки у него это одна конечность. Так, два рева в тело. Надо срочно закрыть эту рану. Нахрена я прожимаю рева, если урон одинаковый? Надо рева копить. Сикл. Очередной раз сикл. Надо залечить. Чё-то да, чё-то выстрелил он больно. Неприятно. Пришлось потратить лечилку. Лечилка, между прочим, стоит денег. И не маленьких. Зато две башки плюсом. И порох. И порох! Только почему-то винтовка не падает. С винтовки... Вернее, с винтовкой было бы гулять интересней. Она почему-то не падает. Не работает. Грустно, конечно, что она не падает. Осколки стекла. Зачем я собираю осколки стекла, если весь геймплей строится на том, что ты наносишь один смертельный удар? Ну, грубо говоря. Просто нет абсолютно времени, чтобы кидать стекло. Ты кидаешь стекло, ты получаешь урон. То есть, грубо говоря, за свое действие ты платишь небольшую цену в виде своих хитпоинтов. А иногда и большую, там, как получится. То есть, опять же, игра строится на диком рандоме. В лошади башку не отпилишь. Так, итого мы насобирали парочку голов. Не, чел, нет, ты пока мне не нужен. Идем в подвал. По идее, здесь можно сохраняться. По идее. Так, давайте... Постоим, посмотрим на многоточие. И положим туда 15 голов. Так. Получается 3 соулстоуна, да? Вроде так. Да-да-да. 15 осколочков, хорошо. А, даже больше. Я просто очень хороший математик, да? 5 соулстоунов. Ну, немножко промахнулся. Ну, бывает. Ведь такое. Выглядит интересно, но пока крафтить не хочу. По-моему, эта штука дает дополнительный ход. Таблеточки. Оставим их на потом. Итак, 5 соулстоунов. Мне кажется, это достойно еще одного сейва. Жалко, только сейвы называть нельзя. Было бы немножко удобней. Ладно. И будем надеяться, что этот бинтованный ублюдик... Ублюдина эта бинтованная не придет к нам. Потрогать нас ляжку во время сна. Не, не пришла. Нормально. А вот и я. Здорово. Оп, минус один. Ну, по-моему, спасти всех здесь нельзя. Да и зачем? Так, я пришел Хексант потрогать, но сначала надо сохраниться.
Такс, мне нужен твой хексен, потому что у меня есть 5 сраных осколков и аж целое благословение Грегорута. Хартинг. И некромансии. Некромансии. Так, мне нужно здесь, я так понимаю, второй уровень иметь, да? Чтобы вот это захерачить. Некромантия, кровавый голем. Ладно, с другой стороны, я могу взять вот эту штуку. Черный дым. Токсикологию могу взять и Poison Trip. Но, с другой стороны, тоже как-то не очень нужно. Могу взять рот. Дадут ли выбрать что-то из этого? Вряд ли. Это крысы, я так понимаю. Агила плюс один. Сложный выбор. And God. Вообще ничто. Причем нет описания вообще никаких. Что ты берешь? Зачем? Почему? Чего? Пытаться, что ли, до кровавого голема добраться? Используем некромансию. Ну да, нужен второй уровень. А как мне получить второе благословение? Нарисовать еще один кружок? Или что? А это что такое? Ил, воровство. Ну, не дают. Не дают. Вот это пиромансия трик хорошая штука. Мне нравится, по крайней мере. Но, опять же, мне нужен второй уровень благословения, а его у нас нет. Поэтому можно хер пососать. У нас еще 3 осталось. Мне на все хватит. Берем рот в рот. Охер. Эту хрень тоже беру. Эту хрень тоже беру. Все, а? Как-то так. Все, пока, уходим отсюда. Сохраняться не буду, как бы незачем. Все, теперь мы скиллованные, классные, мощные. Что мы можем? Мы можем в некромантию теперь. Вернее, мы можем пользоваться некромантией. Возвращать к жизни умерших. Создавать связь между телом и душой. Тра-та-та. Свежее тело должно быть. Ну, понятно. Так, это что? Требует реву. Разлагает жертву изнутри. Делаю уязвимой к атакам. Херня абсолютная. Poison tip. Покройте ваше оружие ядом. Ядовитое оружие. Хорошо, покрыли. Понятно. Пиромантия и корни. Собственно, все. Остается только некромантию попробовать. Но я так полагаю, нужно свежее тельце. Нужно свежее тельце. Пойду-ка я, знаете куда? Пойду-ка... Ой, нет, чел, нет, что-то ты слишком быстрый. А я пойду, наверное, обратно. Мы сейчас пойдем к леснику. Мы пойдем, попробуем, трахнем лесника, и на сегодня будем заканчивать. Потому что лесник... Лесник штука такая. Нужна, в общем, его башка. Да. Я надеюсь, за его башку мне что-нибудь ценное отвалят. Все-таки лесник... Мини-босс, как бы. Кстати, не так уж и темно. Не так уж и темно. Слышь, чел. Здорово. У тебя это... О, хорошо. Лечилки есть? Собирался спросить я и вижу, что есть. Хорошо, хорошо. Я бы даже сказал замечательно. Просто великолепно. Такс, где тут этот самый ваш, этот вон тот? О, а получится сломать. Нет, жалко. Так, ой, какие книжки, еда. В принципе, пофиг, что тратить. Пока что, все равно сохраняться не буду. Погнали, хилки есть, можно поражать двойной удар, кстати говоря. Эй, лесник! Где ты есть? Ага, вижу тебя. Я вижу тебя. Speed up. Speed up-аемся. А что у меня еще есть из такого интересного? Это мне не надо. Тоже пока не надо. Так, всё херня. Poison Hemlock. Вот чем я оружие покрываю, да? Понятненько. Ну, все.
Давай, лесник, сразимся с тобой возле колодца. И мы с тобой не будем колоться. По топору тебе, да? Не оторвало. У него дрожит пиписька. Мне это не нравится. Так, что мы можем? Мы можем запиромансить его за десятку башки. Звучит как план. Но я, наверное, хотя... черт. Соблазняет меня эта штука. Ну ладно, я попробую так пока. Надеюсь, оторвет. У него конфуз, кстати. Рвало. Пойдем ли мы в пипиську? О! Ай. Не очень-то и больно. Корни? А почему нет? Что, я их зарябрал, что ли? Где мои корни? Корни! Кдыщ. Кайф. Ну вот и весь лесник. Такой уж он и страшный. Ключ от подвала и топор. Очень кайфово. Башку ему нужно отрезать. Это прямо... как вкусно. Мне нужна броня. О, у меня теперь есть топор. Теперь я могу махать топором и уничтожать. Башку можно забрать? Нельзя. Не, ну я так не играю. Здорово, котел. Хочешь морковку? Хочешь? Он не оказывает нам должного уважения. Погладить. Не реагирует. На морковку. Погладить. На морковку. Погладить. На морковку. Погладить. Мы отсюда не уйдем. Понятно всем, да? Ладно, ладно. Нет у меня на это времени. Дал я в подвал? Ну, конечно, да. Подвал, подвал, протухшее мясо, пирог. Бочка. Пустая. Да. Осколки зачем собираю? Бутылка. Белая. Его ядей, однако. Так, что у нас с башкой? Надо лечить. Надо лечить. Да, вот так-то лучше. Хотя и не факт. Мне нужен скилл. Да, вот, да-да-да-да-да-да-да. Кайф, молодец, молодец. Хорошая девочка. Травить клинки — это полезно. Наверное. Тем более, что здесь есть кружок. Ух ты. Можно свечки зажигать. Круто. Есть здесь кружок, и здесь есть кровать. То как бы тоже более-менее полезно. Письмо лесника. А я его читал? Зверь зашел в этот дом. Теперь это не моя собственность. Зверь забрал мою жену. Угу. Не помню, что такое Dignity и веру. Если это была не полная луна, я бы, вернее, если бы не полная луна, я бы позволил ему забрать и жизнь своей собственной рукой. А-а-а. Странный мужик. Лайер мужик в мечтах. Как интересно. Где этот флайер дурацкий? О как. Вернее, из снов. Видели ли вы этого мужика из снов? На прошлой неделе или около того, с тех пор, как зашла полная луна, люди во всем прихайвили
начали, вернее, и в соседних поселениях, хераситы, начали видеть это лицо в своих снах каждую ночь. Если вы один из них, или если вы, если у вас есть какая-то информация, которая может помочь идентифицировать этого ублюдка, пожалуйста, свяжитесь с нами. На флайере написано «свяжитесь с нами», но нет никакой информации, с кем именно. Забавно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А кто живет у нас в подвале? А? А? Протухшее мясо с мясными пирогами. Прекрасно. Просто великолепно. Scrap metal. Пусто. Пусто. Какой интересный подвал с паприкой в бочках. Что-то тут кровь повсюду лежит. На стенах. Здрасте. У вас тут это. Знак не дорисован, я помогу. Хе-хе-хе-хе. Опа. Increased. Тетка, смотреть. Уже мертва. Угу. Ничего ценного у нее не было. Проверить бумагу, которую она держит в руке. Она окровавленная. Я воссоединюсь с моим любимым в другой стране. Понятно. Держаться подальше. Так. Архамилла. А эту не дают потрогать. Хотя, не, не дают. Так, что за алхимила? Чё вы там налхимилили меня? Алхимила, алхимила. О, у меня аж целых два томика есть. Круто. Чё тут? Снова алхимия. Угу. Синяя, зеленая, красная, лаванда. Рецепт. Ой. Так, том 3. Так, тут тоже должны быть рецептики. Вернее, рецептики. Вроде все. Так, раз уж мы не будем сохраняться, и раз уж я смог победить упыря, то, я думаю, имеет смысл сейчас взять и посмотреть, что вот это делает. И что? Что мне это дало? Примерно ни хрена. Понимаю, понимаю. Это что сейчас было? Я как будто выкинула. Странно. Очень странно. Слышь, козел, все еще никак не реагируешь? Ну и пошел ты в жопу. Пора заканчивать, на самом деле. Я думаю, на такой ноте надо прыгнуть в колодец. Бум. Здрасте. Это я заберу. Забраться. Получается. Кажется, до вас дошло, что вы не сможете выбраться. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хотя и не факт. Ничего, попробуйте снова. У тебя достаточно сильные руки, Оливия. Кто не услышит твой крик? Оливия, ты сможешь... Пытайся снова. Оливия. Оливия, не теряй надежды. А, это кричать надо. Осмотреть стены. Пытайся найти что-то полезное в этой ситуации. Тра-та-та. Ничего. Постучать по стенам. Ничего. Забраться наверх. И схватиться. Скользит. Что ж, неважно. В общем, как-то так. Ладненько, продолжим с вами в следующий раз, ну а пока что такие дела.